Шымкентским школьникам предложили нарисовать добрых полицейских. У каждого юного художника, на удивление, они получились разными. Около 100 работ представили на выставке. Дети изобразили, как полицейские регулируют дорожное движение или задерживают преступников. К примеру, на одной из картин развернулась настоящая спасательная операция. Главные посетители выставки «Люди в погонах» отметили, что дети в них видят в первую очередь защитников. Подарок за свои работы юные художники получили благодарственные письма и билеты на международную выставку «Экспо».